Ребята, всем привет, с вами Александр, мы в гостях, и значит нам нужно провести парочку интересных боев. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут осталось. У нас есть визит важной персоны, VIP, Very Important Person, да, или как-то так переводится, бегство динозавров, и есть сдвиг ледников. Ну, сдвиг ледников я могу у себя пройти, а у нас сейчас вот этих два турнирчика, давайте мы посмотрим. Так, один пахик, интересно, затащит здесь все или нет. А вот так, давайте. Да, мы готовы пойти двумя, мне кажется, все у нас должно быть нормально. А потом у нас будет еще мега-супер-пупер сражение. Ну как вы любите. Против трех пахигалозавров. В принципе, я бы хотел, наверное, тот турнир увидеть с усилением. Так, у нас тут красочный иррритатор, такие приятные оранжево-синенькие цвета. Собственно говоря, какие пахи голозавра. Но тут больше оранжевого. Теплый такой. Теплый, так сказать. Так, он типа нас ударил, да? Мы даже этого не почувствовали. Еле-еле заметно это на полосочке. Вот хитер. Я просто, ну, наверное, сейчас накопим баллов. Мы, скорее всего, даже на паразаврике накопим. Это паразавр, да, это не параузоролов, это именно паразавр, гибрид. Ну, хорошо, хоть не три. У нас сейчас идет, ребяточки, разминочка, как вы понимаете. Так, вот и паразавр. Вау! Целых пять. Вообще, смотрите. Да, мы ничего, так сказать, не ощущаем. Ну и с бонусом у нас более чем достаточно сила удара. Кстати, похож на анкилодока, только голову поменять, а туловище было очень похоже. Раз, два, раз, два, раз, два. Эх. Ну да, тут у нас двоечка, это же самое заколдованное число в этой игре. На 5 из 6 опять приберег себе. Ну, мы потеряли букву R в названии пахигалозавр. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Так, минус, осталось еще 5, да? Так, этого парнишку мы пробьем прямо сейчас моментально. Ударим, например, на 3. Ой, 4 ударил. Ладно, точно пробили. Хотел на 3, вот 3 было бы идеально, да, как раз. 2 сверху, и ты 100% прав. Опять же, раз, два, три, и 4 туда. Так, следующий идет алозавр 139 уровня, на минуточку. А ну давай. Ну, такой слабенький. Уровень супер редких. Хотя он редкий, качнули его 100 уровней сверху. Это всего лишь сделало его по силе как супер редкий. О, это что-то новое. Красивенький алозаврик. О, мы потеряли целых 2 буквы. ОЗ. Ой-ой-ой, блин, что-то расклацало я в защиту. Так, ну кто там у нас? Жучок, гиганоцефал и шунозавр. Ну, вообще, 2 травоядных. Ни о чем. Пробиваем. Так, ну этого молодца мы сидим птерозавром. Метриофадоном. Гибридом даже птерозавром.
Готово. Серебряные награды. Так. Ну, 100 баксов пойдет, и пастазух тоже пойдет. Пойдет на продажу. Так. Кстати, давайте получим статуэточку Додо. Статуя босса Додоха. Так, ну и давайте идем дальше. Сдвиг ледников чуть на пожей. Визит важной персоны. И важная персона — это у нас Пахигалозавр. Вот жаль, что здесь усилений нет. Дэн-дэн-дэн-дэн. Вот трипли от Радона здесь не затащен, да? А ну-ка. А три амфибии здесь вообще затащат? Чё-то мне кажется, что... Наверное, нет. Ну, давайте попробуем. Вот усиление бы здесь взять, было бы поинтереснее. Так, ну хотя на самом деле, да, можем затащить. Он бьет косарик, мы бьем три косарика. Так что, в принципе, все должно быть нормально. Должны справиться. Волшебное число 2. Он не может нас пробить. А мы уже его пробиваем. Ах ты ж гад, волшебное число 3. А ну давай так. 4 в защиту поставил, вот это я угадал, ребята. Ха-ха-ха. Слабак. Ничего себе, я тут одним остапозавром сейчас двоих завалю. Это будет прикольно. Прикиньте, одним остапозавром все пройти, это было бы вообще нонсенс. Так, а это даже 39-го уровня. Давай, атакуй на 4, все будет в шоколаде. Блин, это просто, ребята, подарок судьбы. Раз, два, три, четыре. Вот я его пробил. И 3 поставлю в защиту, он меня атакует на 4. И я его практически убью. Ну, не хватит, конечно, мне баллов. Но он сейчас попытается проатаковать, скорее всего. А, ну, мне вот хватит или нет? Хватило? Блин, ребята, это что? Что это было? Одним остапозавром дохлым пробил троих пахигалозавров. Йоу! Ребята, ну тут надо поставить лайк. Ну это без вариантов, даже сделать репост. Репост другу, подруге и друзьям друзей. И тоже. Короче, ну вы поняли. Это шедевр был. Реально шедевр. Так. Мне вот прямо аж интересно стало. Одним горгазухом давайте сейчас попытаемся пройти это все дело. Это должно быть еще легче, но не факт. Так, вот у нас уже что-то пошло не так. Что-то он как-то сильно больно нас ударил. Мы уже потеряли много. Да, смотрите, это какой-то агрессивный гаденыш. Мы сейчас тут двоих, наверное, с трудом пройдем. Раз, два, три, четыре. Блин, смотрите, совсем вообще все не так. Как у меня получилось пройти остапозавром это все?
Но тут мы не пройдем. Он не защищается, он атакует. Вот, взял, пробил полностью. Вообще, смотрите, да? Ну, короче, ребята, тот бой был вообще волшебным. Ну, так, атака на 2. Давайте сделаем так. Это было 100% правильное решение. И мы победили. Но это капец. Мы просто уничтожаем пахигалозавров, как тузик тряпки. Дебрифозавр, дилоранозавр напоминает. Готовенько. И чё теперь? Внутри приатродона не затащат. Не затащат. А вот Горгазух и... И два приатродона. Давайте попробуем. Может, стоило его проатаковать первый раз, чтобы он как бы испугался? Лучше бы, конечно, чтобы Триатрудон стоял первым, но я как бы тут хочу по-другому сделать. Так, 4 проатаковал на 1. Защищаемся. Один приберег, да? Блин, надо пересмотреть бой со стопозавром. Как так получилось? Так. Да, блин, по полной надо бить. Одного приатродона приносим жертву и спокойно побеждаем. Ну, такой план. Ничего себе, 8 баллов насобирал. Атакует всего лишь на 5. Ну, я его за 5 тоже пробью. Даже если у него есть 3 балла, ситуация обратная. Ну, очень легко получилось, ребят. Вообще, без каких-либо... Я даже не брал Индораптору. Прикольно, порадовало. Порадовало мне такие бои. Так, это мы бьемся всего лишь за VIP-очки. За очки доверия. Ну, такое себе удовольствие. Но было интересно. Так что, на этом, ребятки, все. С вами был Александр и до скорых встреч.